Вот, теперь нажал. Рупоры, здравствуйте еще раз. Все. Привет, Ютуб. Вот, да, это для ютубчика. Соединение с сервером. Фу, я думал, потеряно, нет. Играем в режиме Рагнарек. Он должен быть дико жестким. Играем в режиме 2 на 2 на 2, то есть 3 команды по 2 человека. И все случайно. Случайные. У меня, кстати, ворон. Случайные с кланы. С кем я попадусь, я заранее извиняюсь. Я вот тоже, кстати, да. С кем я попадусь, мы уже тебя окапываться сразу. 3 часа было легких ботов, чтобы вы имели в виду. Ну, я не знаю. Здесь, по-моему, все примерно на одном уровне игры, так что... А, стоп, Дима, ты ворон? Да, я ворон. Но при загрузке он же показывает, какой клан. Я это запомню. Так, я играю, по-моему, с кем? С Миллиган? Yes. Да, с Миллиган. Да, мы с тобой. Мы сейчас им покажем. Видишь, я тебя выносить не буду. Не получится отомстить. Да, да. Но зато мы сможем доминировать, наверное. Я с Сережей в команде. Блин, я даже не знаю на Рагнарёке, как вот лучше достроиться. И ворон вообще, это что за клан, что он умеет? Через что он лучше идет? Короче, ты отправляешься в набеги. У тебя основная стезя — это море. Так. Ну, у тебя у гавани есть новая фишка — это набеги. Ага. Ты можешь других грабить. А также ты можешь колонизировать за золото. Угу. Это очень такой, типа, золотодобывательный клан. Ништяк. Откликает по волку. Так, а с кем я? Человек, кто ты? Ясно, задолжили. Ты с неразговаривающим Васей. А. Еще лучше. Зали, не он тебе, не ты ему предъявить ничего не сможете. Да. Блин. Я не могу нормальную локацию с лесом найти. Что за... Типа сразу сходу такая земля выжженная. Мрэш. Угу. Так, а юниты, я так понял, ресы добывают сами, да? Смотря какой. Ну, типа, изначально у тебя все добывают еду, а дальше нужно отправлять уже на работу. Да. Понял. Обычные граждане еду добывают, поэтому если у тебя там, видишь, проблемы с едой, то незадействованных каких-нибудь рабочих переквалифицируй обратно в граждан, и они будут еду добывать. Ну, правая кнопка мыши на домик, просто напрофиг. Блин, ну давай быстрее, пусть это будет, пожалуйста. Лес. Тут есть вообще лес? Лес тут есть везде, но на некоторых картах его особенно много, и там плюс к добыче леса. Ну, на некоторых областях. Да, а как там пометка? Какая пометка? Ну, пометка по поводу леса, типа, вот это хорошая локация. А, там будет так и написано, типа... Это хорошая локация. Густые леса, нет, там, типа, плюс 10% добычи древесины, что-то такое. Ништяк. Миллиган, глядь, что у меня тут на нижней открытой. Че я такой умный? Ну, у меня очень хорошая вот нижняя открытая тоже. А, ну да, вижу. Вася, где разведчики? Лёжа, где разведчики? Что ты делаешь? Остановись. Вот, дает плюс 10% к производимой в этой области древесине. Я разведываю. А ов, овец как? Просто на них нажимаешь, и там можно внизу. Ну, если у тебя колонизирована территория с овцами. Ага. А после этого ты переводишь уже туда, где тебе нужно, чтобы меньше тратилось дерево. Да, понял. У меня очень много лесов, я прям окружен лесами, назовите мне человека. Да у меня вроде лес... О, я нашел наконец-то. Блин, здесь... Нельзя колонизировать, которую кто-то защищает. Короче, я нашел область леса, но ее кто-то защищает.
Вася, что у тебя там происходит? Так он ж молчит. Иди убирай, пожалуйста. Здесь чат уже. Можно писать. А есть, кстати, команды? Вася, пиши мне в игру что-нибудь, пожалуйста. Да, в чате, чат есть игровой. Привет, 2 литра, привет. Что они там делают уже? Я сейчас буду расчищать локацию с... С чем? Ой-ой-ой, ё-моё. У меня чуть не отбили локацию. Локацию с лесом, вот. Кто на тебя нападает? Волк, отыгрывает 10. А как понять, какой у меня клан? У тебя наверху, где твой ник? В самом верху, слева написано. Вепрь, тут есть клан Вепря? Вообще, такой кто-нибудь знает? Я играл за него. Я вот за него 3 часа бил. Ага, так. Мне почему присоединяться в чат? Привет всем, кто смотрит. Я все вижу, и про разведчиков тоже вижу. О, Вася, привет. Чё-то я разорял. Я ещё думал, кто говорит. Вася, ты моя надежда, строй разведчиков, пожалуйста. Чё Вепрь имеет? Почему его фишка? Объясните, пожалуйста. А, я не знаю. Я вас понял, спасибо. Я надеюсь, мы тебе помогли очень сильно, старались. Что ты без вас сделал? Страдал. Отзывчивость. А зачем мафти нужны? Они сокращают потребление дерева. Ну, типа зимой, которая тратится вот его. Они должны быть просто в колонизированной мной территории, да? Как я понял, их типа распределяешь по территориям, и вот на тех, где они есть, там меньше тратится. Возможно, я глупый, это не так работает. Если в области есть хотя бы одна овца, потребность в дровах зимой уменьшается в этой области на 20%, да? А, вот в этой именно, да. У меня просто овец нет, я не могу сказать точно. О, а Рокки, это ты, да, Миллиган? Угу. Я думаю, смотри, кто? Чё, разведчик бегает какой-то? Это мой. Блин, у тебя рыбки есть. Классно тебе. Да, мне повезло, что с едой на этот раз. У меня локация с рыбками, она тоже с волками. Нет, это у меня уже зачищенная. Тут уже нет никого. Не, я говорю, у меня вот локация с рыбами, она тоже с волками. А кто-нибудь находил там что-то готовенькое из Рагнарёк, там типа вулкан, духов, эльфов? У тебя тут еще с волками, Тим, смотри, сколько оленей здесь повыше, если. А я вот забрал ее локацию эту. Нет, все. А, нет. Справа все вижу, да. Ага. Васька, тебе вот обязательно нужно захватить рунный камень, который у тебя выше, вот. Это прям... И гробни. Это крайне важно. У нас все варианты победы доступны. Вроде как, да. Дима? Да. Все варианты победы доступны? Да, 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 извиняюсь, завдуплял. Да, все. Абсолютно. А здесь сколько? 3 дома, да? Что за темные альвы? Что за ребята? А, это из Рагнарёка. Я фиг знает, я о них не успел прочитать. А как увеличить свои площади? Вот это вот доступное. А, ну, берешь какую-либо территорию и там снизу колонизировать написано. Про колонизацию понял, колонизировал. Вот, но это типа только... У нас это только за еду, у клана Ворна это за... Слово забыл мы. Прикольно. Вулкан кто-то нашел. Ой-ой-ой. Я страшно стал. Зима началась. Ну это, кто там у вулкана сидит, вы это, берегитесь. Вулкан. Где вулкан? Сверху.
тебя сверху. Тут типа сверху вверх. Самый верх, да? Ну, чуть левее вверх. Пожалуй, у тебя что-то не открыто карты. А чё с волчьим логовым делать? Васька, видишь, справа сверху у тебя есть красивая территория такая синенькая. Займи её, пожалуйста, это будет очень важно. Это прям невероятно важно. Блин, а здесь два волка, оказывается. Я такой пошел коцанными воинами, думаю, сейчас вынесу. Что делать, если у тебя максимум еды или некуда пойти? Продавать. Дерево нет, чтобы рынок построить. А, нам эти дерево? Ну да. Колонизируй всякое. Повсюду волки, ничего колонизируют. Ну, тогда бойцов строй. Это опять опирается в дерево. А как сносить дом? Просто за него там есть это сверху. А, вижу, ага. Спасибо. Да, слушайте, посложнее как-то. Не знаю, может это мне у меня локация такая. А тут, как я понял, локация де-факто станет все сложнее с Рагнарёком. Где, мне кажется, сейчас на тебя волк бежит. Да. А еще бахнут его. Охой! Так, все, лечи давай. Я как в цели, я сейчас открою, короче, найду всех и я первым сольюсь. Да чего ты так пессимистично настроен? Оптимист по жизни, камон. Купить волков. Берешь воидов. А, вулкан вижу, да. Опасно тебе, но здесь падающих камней. Это вокруг локации будут камни падать, типа? Ну, как я понял, да, типа там на некоторых локациях вокруг вулкана постоянно падают вот эти вот камни. Отвис. Это у меня такая иллюзия оптическая, или ландшафт реально поменялся, то бишь? Зима прошла. Не знаю, мне кажется, что он светлее стал. Выжженность как будто прошла практически везде. Да, поддерживаю. Ну, по крайней мере, мне тоже так кажется, да. Тут, если что, территориями можно меняться с игроками другими и своей командой. Mm-hmm. А, ну, по-моему, не всеми. Я не помню, как это работает. Кого-то нашла? Да. Кто желтенький? Мир Кафиар. А я этих нашел. Темных альвов. Это эльфы как раз-таки. Темные альвы. Темные эльфы. Ну, типа, альф это на древнегерманском эльф. Альвы. Да, я не знал. Умён. Красавчик. Так, не, мне всё-таки не нравится то, что одна хижинка. Лесорубов. Урона больше получаешь. От чего? От врагов. Вот что я заметил. А, это потому что там это сложность поставили побольше. А я говорю. Одна хижина лесоруба на одной локации, да, две низи? А, не, можно, подожди. Я когда в прошлый раз играли, не ставил. Эй! Тут можно как-нибудь дождь отключить? Не лагает. А, это медведь просто.
вашим берегам приближаются павшие мореходы. У вас так же, да? Да. Прикольно. Вот это тоже нужно. А это сейчас тебя стукать будут. О, а пир, который Миллиган устроил, у меня тоже идет. Да? Ага. О, Вась, голове. Прикольно. Спасибо. Я не специально. Да не, это круто. Ну да, у меня тоже пир идет. Серёж, ты же знаешь, что каждый пир... Да, я вижу, отнимает все больше и больше, да. Так, короче, Вась, я не знаю, что делать, но как-то надо воинов где-то получать, то вот-вот уже будет наши следы. У меня два воина есть уже, но у меня это пока максимум. Строй башни. А много воинов придет этих? А, фиг знает. А даже Дим, не видел ни разу. Можешь мореходов построить башенки. У меня пока... Вот я не знаю, куда они будут идти. Где мне ставить? Основная локация, она забита полностью. А мне пока дерева не хватает. Не это, не прибавляют. Да, ну... она не нужна, отдельная ячейка. А, да? Угу. Вот, я говорю, очень хорошо, если ты захватишь, а вверх у тебя там с гневом Тора, она усилит наших воинов. Это будет очень полезно. Ну вот мне еды чуть надо еще подкопить было, сейчас я это буду колонизировать. Да, теперь я пир устрою. Отводи поселенца, сейчас умрет. Умер. Так, Костя, поселенец помер, я сейчас волка убью. Ага, я вижу, что я не успел туда пускать. Спасибо. Блин, у нас сверху что-то очень много всякой нежити. Наш разведчик погиб. Нет. Убил моего разведчика. Признавайтесь. Есть шанс, что он поранится или умрет во время исследования. Не понял, знахарь, ты чё? Бронированного медведя можно лечить? Знахарь, он сам, по-моему, автоматически лечит. Все, гнев Тора у нас. Знахарь, да. Ну, он лечит автоматом, а можно направить его. Чё, Сереж, говоришь? У тебя в перках есть прокачки в верхней, есть скилл, спячка. У тебя зимой юниты лечатся, если ты его прокачаешь. Угу. Так знахарь лечит. Медведя. Блин, туман да. Такой дикий. Не видно. Вот. Пошли, переходим. Да, вот они жестко пошли. Они напали на другую локацию, гады. Счастье сразу просто в 8 сбили, офигеть. Да. Мне капец, больше нравится, они жирные. Что его... Да, его мама сложно бить. Люди просто бегут бить их сапки. Хорошо, я башню успела достроить. А у меня они пришли в другое место. Я на основную башню строю тоже. Я тоже на основную построил, они нападают на лево. Угу, у меня такая же херня. Все, я своих выбрала. Ну я отбился. У меня два воина справились, в принципе, с тремя еще жителями. А я с жителями просто отбился пока что. Ну только кого-то потерял, по-моему. А, у меня два охотника, короче, два воина и еще просто поселянин бил. Ну, охотники не сильнее обычных поселенцев. Ну да. Дим, тебе нужен какой-то ресурс? Люди несчастные, еда мне не помешала бы, да. Ну а еще у меня, кажется, заканчиваются деньги. Если только за счет пивали? Сюда идите. Блин, мне колонизировать надо что-то. Что-то у меня с этим... с золотом беда. Да, у меня та же самая история. Что все с золотом? Для золота же рудник надо строить, я правильно понимаю? Нет, для золота надо ставить то ли рынок, то ли... Так, тут есть, короче, два здания, рынок и... Да, и торговый пост.
Тим. Вот, и можно еще построить пристань дракаров, но там сложнее добывать его. Может, уничтожим уже это логово, а то они постоянно на тебя нападают. У меня пока только два этих воина. Ну, так я же могу тебе помочь. У тебя сколько? Блин. А что счастье в таком огромном минусе? Сейчас я пойду на нейтральную. Угу. В принципе, их там всего двое. Вася, у тебя счастье нормальное? У меня вот минус один. У меня один. Ноль счастья. У меня три счастья. А у меня в минус один оно почему-то упало. Убирай. Ну у меня еще за счет того, наверное, за счет можешь этого. Можешь попробовать вот этих еще, которые выше, чтобы они вообще потом не приходили к тебе. Ну да, надо мне. А эту локацию колонизировать, получается, надо или что? Ну да, смотрите, здесь много оленей, еды больше будет, если ты поставишь охотников. А еще справа волки есть. Тебя бьет опять кто-то, опять волк бьет. Ой-ой-ой, подвисла. Ой-ой-ой, драугры появляются. Муштяк. Я пока у тебя оставлю, тогда пусть они подлечатся. Я у тебя сейчас... Давай, хорошо. Тоже моя лечится. Не-не, у тебя сейчас два драугра появятся, осторожней будь с этим. Да ладно, тогда сразу к себе. Ага, я войска туда отвелся. А, вот они начинают появляться, похоже. Вот, потихоньку сейчас будут. А, не, после зимы появятся. После зимы? Да-да-да, а да, да, вон там. Они у всех будут? Они появятся... Ну, там есть точки на карте, видишь? Там, фиолетовые. Да. Вот эти вот фиолетовые ерунды на карте. Да-да-да-да. Дим, у тебя они вот на новой локации одна, и чуть поменьше новой локации. Одна дыра, один драугер. Блин, у меня два. Надо построить, наверное, эту штуку оборонительную. Пусть у меня волк побацается с драугером, а потом у меня уже возьмут. Они не будут сражаться. Они оба являются де-факто нейтральными юнитами, не трогают друг друга. Блин, а как дом потушить? Да, вот все, жителям просто. Да, чинить надо. Стоит такое поселение с ведром воды, как тушить? Ой, я что-то с едой увлеклась и забыл про своих. Была, мы перестали с тобой торговать, у меня золото плюс один стало, а еда минус один. Есть у меня еще овцы зарезанные. Слышь, Вася, оставь, пожалуйста, подальше воинов, чтобы с них успел спать дебаф от зимы, и они нормально дрались, а не в полсилы. И потуши дома. А то сейчас сгорят. У меня колонизация слетела, поэтому мне все равно придется колонизировать, а потом опять тушить. А, ну деколонизировано что-то. Сейчас зима закончится, эти появятся. Я не успею достроить свой лагерь. Это жестко все. Да, я очень жестко. Я переживаю за то, что у меня два драугра скоро появятся. Ну, меня тоже. Слушай, Миллиган, я-то отобьюсь, мне кажется, потому что у меня с этих сторон еще лучники. Ну, вот. У меня сейчас 4 будет дружина и одна башня, мне кажется, я тоже справлюсь. Миллиган, у тебя какой клан? Олени. У меня, блин, проблемы с едой. У оленя проблемы с едой?
Да, потому что я Диме все продала сейчас. Угу. Я увлеклась. Силу, да. Нам, Васька, нужно будет разобраться с могилами драугров выше меня, видишь? Дим, можешь мне немножко еды подкинуть? Мясо, били, у меня пока рынка нету. А через рынок или через что? Через торговый пост? Через торговый пост. Сейчас я поставлю и кину. Ну это в фиолетовый, там где я не... Ну, где моя была для поселения, и у тебя там точка, да? А, не-не-не, вон еще выше. За горами, видишь? Чего за На вашего союзника напали. А почему он только на тебя? Все, кажется, вижу. Это волки. Вот теперь драугары. Они просто оттуда тоже будут приходить. Не так часто, но все же приходить. Это будет мешать. А, ну драугары такие себе, я думал, они сильные. Нифига себе такие себе. Ну, у меня медведь. Раз, два, три с ним справился и защитную башню. Так, хватит выпендриваться. Я справился. Куда? Вести тебя? Сейчас всех найду пустить, наверное. Сейчас у меня практически достроился, я тебя начну давать. О, прикольно, мне бесплатное предание дали. У меня два драугра убили всех моих воинов, отжали территорию, и теперь у меня население 4 из 16. Ну что, поем драугров, что-то или нет? Сейчас я подведу воинов, только я их потерял, подожди. Все, я ввожу своих воинов в эту территорию, где драугры. Волки пришли. Осторожно. Сереж, посмотри на меня. Просто ради интереса. Отводи. Что там, что дофига волков, что ли? Начали болеть все. Я тут дофига врагов. Так я к тебе могу прийти? Можешь. Если есть чем. Спасибо, Дим. Я там восстанавливаю войска свои, ты иди лечись. На меня без волк ходить. Ко мне волк забежал, убил моих рыбаков, и сейчас территорию отходит. У меня что-то, короче, чума какая-то напала, я не знаю, мы все заболели просто резко. А, это, во-первых, из-за крыс бывает. Может, у тебя крысы были? А во-вторых, это, возможно, Рагнарёк опять вытворил. Я могу овцами защищаться? Разве что морально. Где? Камон. Серёж, смотри на меня. Я пытаюсь. Ща. Смотри на территорию, где стоит... Гран. Слушай, Васька, если ты не против, я бы забрал вот эту вот спорную нашу территорию себе, где каменный голем стоит. Это который сейчас я отжал, да? Нет, где голем стоит, видишь? Вот а, голема сейчас... забирай, я тебе его, в принципе, оставил же. Я же поэтому туда не полез. А, окей. Просто там олень, а у меня с едой проблемы. У меня олень есть выше, это я поэтому тебе оставил. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, альвы, кажется, бегут. Просто я поиграл немного. А у меня сейчас вся дружина расформирована. Я же помочь чем смогу. Нихера себе, вот альвы это сложно. А они что, нападают? Ага. Один он напали. А тебе что еще сложно? Пипец, они меня всех вынесли. Может, уводи лучше? Да, башню. Вылечить медведя и дойти до тебя. А ты все, совсем трындец? Ну да. Не понял это как так. Я пытался победить медведя, который у меня на пути был к тебе. Но что-то как-то не это... Так, я залагал, почему... Почему мертв? А где вулкан здесь стоит? Почему жопа мертв? Что я пропустил из-за лага? Жопа мертв? Да, короче, жопа уже появляется драугр. Что, его опять? Жопа просто слетек, которых вы не видели. Я там щу Диме, Я просто в Циве, я там щу Диме, а в Нотсгарде ты чё мне мстить Диме? Вот пошло, да? Ясно, что я так и думал. Так это и работает. Они и вообще ставят крестоносцы. Чё предупреждают о чем? То, что вулкан страшно грохочет. Да, вот только что предупредили, сейчас поэтому опасайтесь там, кто возле вулкана.
Знаете, в чем проблема? Ну хотя, да, логично. А, Дим, это ты. Нет, да. Подожди, я уже заинтересован, в чем? А, карта вся не откроется мне, когда я наблюдатель доложил, а потом понял, что я в команде с Сережей, и, наверное, поэтому она не открылась. А, ну это да. Бо я ему не помогал. Угу. Что-то я так залипаю. Так хорошо. У меня мыслей не хватает на то, чтобы еще говорить что-то. Ой, смотри, кто на тебя напал, Альф. Альвы слаженный. Вижу. Дим, я веду войска. Около вулкана. Я тоже. Локации своих мирных, потому что если он сейчас начнет. А я пока не могу уводить. Лучше пусть люди умрут, пусть они добывают этих оленей. А, ну да. Сейчас минуту, Отводи микроконтроль, Луф, Васька. Так, хорошо. Я сам не отвел, я типа это умный. Угу. Слушай, а что они такие жесткие? О, пошло. Ну-ка. Дим, только едой не увлекайся тоже, чтобы я, как и я, не увлеклась. Да не, в плюсе пока. Я начал с тобой торговать, в минус уходил, но решил вроде проблему. Слушай, они нас размотали только что. Я вот думаю, в да я это пост понял. Нужен кто-то или нет? Он, по идее, золото мне будет давать, да? Угу. Кто? Дерево не нужно? Мне нет. По золоту вообще трындец. Дима, тебе вообще нужно строить этот причал дракаров? Очень прям нужно. Мне? Да, у тебя там есть такая вещь, как набеги, они очень сильные. Ай-яй-яй-яй-яй, залагало все. И на меня тоже пошло. Да-да. Какие-то сплавные камни. Это по всей карте, смотрите. Нихера себе. Это вулкан. У вас тоже накрыло, да? Но у меня да. Ничего, вроде не накрыло. У меня ничего нету, вроде. Не, у меня нет, тоже типа... вроде ничего, но темно стало, пипец. Да. И мелкие такие падают камешки. Ага. Прикольно. Не, ну это круто. Я считаю, что это Один злится. Мы должны принести ему жертву. Где жопа, когда он так нужен? Его уже принесли в жертву, это уже поздно. Чита, я не могу найти то, что где? Ты мне сказал. Где я подвергаюсь нападению темных эльфов? Что? Откуда? Блин, вот эти вот, конечно, Драугара жесткие. Да-да. Мы вдвоем тем не сможем. Давайте больше не будем играть в Рагнарёк, пожалуйста. Почему? Ой, я согласен. Тебе не понравилось. У меня все нормально, не знаю. Не, мы на грани, конечно, но да, живем в плюсе. Так что не знаю, что там за проблема. Я живу в плюсе Драугаров. И альвов. Дим, тебе не надо пир устраивать? Я так. Случайно. Нет, не надо. Ну потому что у меня просто еды не хватает на это дело. Сейчас зима будет, да, я поэтому спросил. Ты чё мне пир устраиваешь? Чё палишь? Такой типа, слышь, устрой пир. У меня камень закончился, я бы, блин... А, о, вижу еще одно расположение камня. Слушайте, а этот камнепад чем ресурсы не дает. А, еще зима будет. А! Скоро на Нордгард обрушатся расплавленные камни. Это отличный источник камня, но и таит в себе угрозу. Короче, под конец зимы будут камни. Зашибись. Ты хорошая новость, умеешь да? обрадовать. Тебе благодарить. Короче, запасайтесь деревом, придется много чинить. У меня сейчас 600 с лишним дерева. А, во, слышь, Вася, видишь, у меня там на самой левой нижней локации моей крайней лежит расплавленный камень. Вот тебе его можно добывать. А еще так. Я вижу, у тебя что-то там горит, иди потуши. Защитная башня горит у тебя. Альвы научились делать коктейль Молотова. Да, оно как-то рандомное, не знаю, у меня тоже периодически бамс и горит. Правда, пока что только один. Ась? А мне еще два вилку принесу.
Давай. Спасибо. Я на самом деле так хорошо по экономике было. Я просто вот, расплавленный камень. Этот камень окружает загадочное свечение. Скорее выкопать его или придется иметь дело с магией. Вижу. О, лол, точно. О, до хера тут. А у меня только один пока что. У меня их пять. А, вот смотри, Васька, видишь? Блин. Давай, ты сейчас можешь рудник построить в одном месте? Сейчас, секунду, я посмотрю, могу или не могу. У тебя там в самой правой локации тоже камень лежит, его нужно скорее выкопать. Да я знаю. Вась? Я тебе так мало оставил. Ничего. Слушайте, у меня что-то дохера этих камней. У меня камень ожил. Он, да, он ожил, он в голема превратил. И дрей твою ты. Пусть забирает эту территорию, она мне не очень-то и нужна. А вот мне нужна моя... нужна? У меня тоже здесь эти... пристань. У меня тут пивоварня. Блин, он тут не сквозь-таки еще. Чувак. Блять, у меня их просто дохера, понимаешь? Я не успел дамага, камень. 15 армора, 100 хп. Я не успел. Я, кажется, теряю эту территорию. А я сразу две территории теряю. Охренеть. Их вообще ничем не убить. А, у меня там еще второй появился, я только заметил. А у меня там и крестьяне исправились. А я думаю, знаете что, он сейчас одну захватит и дальше пойдет. Вот я боюсь тоже этого. Надо щитоносов против них строить. Сейчас у меня один. Я, короче, группой крестьян просто бахаю. Я крестьянином и воином одним бахаю, и башни. Люди несчастные, да знаю я, что несчастные, ну что поделать. Я завалил одного голема. Ну это было жестко. Я двоих убил. Ну это да, это жестко. О. Вась, кто тебя бьет? Вот я прям сейчас хранителя возьму. Чтобы у меня башня сейчас это... Ваш Сережа. Нормально должно быть. Не, смотрите, они дальше не идут. Они на одной территории стоят и все. Моя пристань с двумя. Ну пипец, просто обидно, знаешь что? Я хотел камень с него взять. Да, да, 10 камня. То же самое. У меня мореход не может прийти ко мне. Я построил каменоломню, типа, зазря. Это так обидно. А мне, кстати, не достроил эту каменоломню. А у меня там каменоломня стоит построенная, пивоварня стоит построенная. Но я хоть овцу успел увезти. Не, мы отбились. Напал. А, волк, все. О, жесть вообще. А еще по какой-то причине у меня куда-то пропали дома. Типа, а волк построил. Ого, увеличивает силу атаки ваших бойцов в зависимости от количества золота. Максимум 25%. Типа да, ты очень сильно завязан на золото, прям очень сильно. Прикольно. Ну, с золотом у меня проблем нету. У меня тоже. А вот у меня, кажется, золота уже нету. Ты можешь построить этот торговый пост и там что-нибудь продавать. Угу. Капец, его даже такая толпа не валит. А, уходите, бегите. Я, кстати, просто... даже не заметил, как у меня второго завалили. Я когда уже переключилась на вторую локацию, у меня того уже подбивали. У меня вышка стояла, и там пару крестьян было. У меня два воина и два щитоносца не могут завалить одного. А у тебя вышки два крестьянина завалили? Ну пару, может быть, там не два, может быть, четыре. Я считаю, что ты используешь четыре. У меня три воина, башня... То есть не ты воин, ты крестьянин, башня и воин замочили тоже одного этого. Я вообще... это делаете? Я вообще всех селян кинул на них. Как? Слушайте, она что, четверо осталось? Да.
Ну, у нас... Уже минут 20 как. На месте жопы мне было бы обидно. А я думал, я один из первых сами. А, у тебя там волки и кухонят. Так, главное, кто... главное, чтобы они не нападали дальше. Чтобы кто они стояли вот на своих локациях. Блин, нет, 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 нет. Только не сейчас, пожалуйста. Кевин Спейси. Народ, а кто голубенький? А я же ответил. Я фиолетенько. Чего мне должно было быть обидно? Вводим, вводим, вводим. Все это время у меня здесь была еще и рыба, ё-моё. Офигеть. Сережа, все. Гейзер охраняют 5 драугров и каменный голем. Сереж, совсем все? Почти. У меня еще защитная башня стоит. Не знаю, что с ней будет. Я ничего с ней не боюсь, Сереж. Крупное землетрясение может нанести нашим зданиям сильное повреждение. Молодец, альвы, да. Альвов надо гасануть. Короче, зимой будут землетрясения. Ох, нихера не, мы их не гасанем. Знаешь почему? После зимы. Потому что их 5, и там еще голем. Байонис побежден. Может, с ними наладить отношения? Через помощью торговли? Сейчас можно. Клёво. А, игрок не примет этот ресурс, игрок не примет этот ресурс. Вот, они камень. Нормально. Слушайте, походу в Рагнароке не побеждает никто. Только камня нету, нихера. А у нас еще один минус? Да, Сережа. Сережа, да. Здесь, короче, по вчетвером, да? Я предлагаю подписать мирное соглашение. Не, у нас с Миллиган все зашибись. Я вас могу поздравить с этим. У нас вообще все ништяк. Экономика налажена. Думаем сейчас, как подкупить альвов, чтобы они за нас были. Не с надо ресурсами думать. Проблем ну, нет, с едой, с деревом вообще проблем нет. Угу. Поселения растут, развиваются. И набеги бывают, и все. Да. А мне все, что остается, это молиться. Молись. Что я тебе могу сказать? Ты такой добрый. Ну да, да. Я просто не заинтересован, понимаешь, в твоем благополучии. Значит, мореход застрял, и все, он не хочет никуда уходить. Я даже не могу переключить на другую роль. Вот он стоит на локации с големом, и все. Ха. Так тебе и надо. Это все потому, что Дима такой злой. Он верхний. Да, он там стоит прямо на границе. Уперся и все. А, вижу, да. Странно. А если ты зайдешь на локацию с големом, другим чуваком, голем сагрится, может он убьет его? Да. Сейчас я еще чуть-чуть разобью войско. Короче, Вася, я знаю, как нам победить. Строим маяки и начинаем молиться, чтобы нам Англия помогла какая-нибудь. Англия. Я не помню геополитическую ситуацию в то время, там кто там, Франция, не знаю, Португалия. Англия. Почему пивовар бегает без пивовара? Никуда не пропал. А, да, ты сейчас сломал. А у меня же нет пивоварни, точно. Искать ничего. И не надо. У меня эти скальды. У меня зал скальдов же. А, да, ты же олень. Угу. Спасибо, конечно. Да, ты что-то жесткий, это. О, темный альвы, хорошие отношения у меня с ними, Дим. Хорошо. За камень? Да. А сколько ты отдала? Я не знаю, я все равно в плюсе, но у меня 2 горняка, получается, стоят, камень добывают. Я им еще торгую, и плюс у меня камень 13 идет. У меня просто камень в одном месте. А с ними железом торговать можно? Нет, они я не знаю насчет железа, камень, короче, надо не берут. А, минус 0,3 заход, ну я тоже ему отправляю тогда камень. А давай, кстати, еды у меня уже полно, у меня очень много.
Да, это что-то проблема, я не хочу от альвов еще. Ребят, я все, спасибо. Давай, Сереж, спасибо тебе большое за игру. Давай. Давайте посмотрю вас с телефона. Хорошо. Спасибо. Так, а лесу мне нужен еще, нет? Да, можно железом. Победите эту фракцию темных альвов, получите 50-100, хотя же, ну, кстати, неплохо. У них 5, да. Блин, мы их точно не возьмем никак. Да, не, с ними лучше дружить, там еще, я говорю, голем. Угу. Зима. Зима, холода. А я вот так вот сделаю. А я тоже самое хотел сделать. А я что-то очень сильно лагаю. У кого-то зима, а кто-то пирует, ребята, понимаете? Вдвоем хотели. Вдвоем, да. Прямо вообще жируем с Миллиган. Шепчущий голос на севера покинул север. Население радует. Вся. А, у меня еще воин где-то тусит. Где-то. Иди сюда. У меня все зависло. Висит до сих пор? Я лагаю очень сильно почему-то. Это у меня ком-ковно. А сейчас нормально у тебя или что? Не-не, а, во, отвисло. Прям так рядом с тобой, Дима, этот голем ходит рядом с твоей границей. Да, внизу. Ну, там вот был камень. На болотах. А, рядом и внизу стоит. Просто тоже. И на болотах, и под моей локацией, и слева между нами. Они вообще крушили. Да, у меня тоже. Тоже три, кстати. Землетрясение. Тоже три, кстати. Чего вы несчастны-то сразу? Нормально все сейчас починим, и все, но ты не сразу несчастны. Ну а как же? Тут же вышка повредилась. У меня нет. Ну, зал скальдов, они поэтому, наверное. Распечалились. Кто там маяк построил? Дима, сноси маяк. Нет. Минус 40. Золото? Не. Открыть великий торговый путь домой. Плюс одно счастье. Минус 5. Золото. Ну, пусть будет. Торговый путь открыт. Великий. Посмотреть, сколько у меня отношений с этими ребятами. 50% у меня с ними. Тебя с оливыми уже 50%? Да. А как посмотреть? Что ты делаешь? Ты нажимаешь на эту, на их локацию. И там вот отношения с темными альвами. Васька, ты же понимаешь, что если они сейчас с альвами подружатся, нам конец, да? Нападайте. Я как бы понимаю, я тоже с ними торгую. И пусть думаю, что они все под контролем. Так я тоже торгую, у меня 20%. Нападайте. У вас хорошие отношения с игроком темной альвы. Знаете, куда нам надо идти? Нам надо идти туда, что где. Напал? Есть железо, я думаю. Я голодаю, Что-то на меня все нападают, это бессмысленно. Как-то они вообще меня пробить не могут. Может, этих. Дим, может, драугуров уберем? Это не нравится. Это где они? А вот прям рядом со мной и с тобой между нами стоят, рядом с альвами. А, вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Надо дождаться, пока у меня появится свободный человек. Угу. У меня просто их шестеро свободных. Ты сдурел, дурак, ты что творишь, дубень? Ну, камон, ну что ты делаешь? А, через локацию на локацию нельзя ходить, я понял. Кажется, я резко освободился. Потому что голема я не хочу бить. Блин, я хотел вот эту локацию забрать, которая с железом. Для этого мне придется голема валить. Хера себе тут локация. Бурый медведь, каменный голем, и там кого-то два льва пошли. Дима. У вас хорошие отношения с игроком темной альвы, так что мы еще посмотрим кто кого. Да у нас у всех хорошие, только у них 50% уже было. Кстати, Миллиган, как это на отношении с альвами? А, сейчас посмотрю.
66. Все плохо. Что у меня несчастье? Что ты несчастен-то? У тебя все хорошо. Бесит, да? Несчастные и несчастные все. О, пир. Так, а меня... откуда львы прибежали ко мне? Почему они снизу пришли? У меня пир стоит уже 500. И на меня бегут. О, я знаешь, что сделал? Плюс 50% урон против мифических существ. О, это шикарно. Это у тебя какое-то особое предание, что ли, твое? Ага. Ну, оно не особое, насколько я понимаю, убийца чудовища у всех есть. А где оно, в какой ветке? В средней и в конце самой. Да, это у всех есть. Во время кровавой луны все бойцы получают 50% к атаке за пределами своей территории. Так, мне надо хотя бы двоих дождаться, троих. Короче, скоро кровавая луна будет, и все воины будут сильнее бить. На меня опять эти драугторы напали. Ну и что-то не вовремя, у меня как раз там все войны были. Где? Надо им награду за, как, за смелость дать. Плюс башни, 54 воина, я не знаю, как они разошлись. А знаете, похоже, в чем еще прикол драугров? Ой, не драугров, а альвов. В чем? У них мясы какие-то очень жесткие. Там, видимо, уклонение какое-то большое у них. У меня закончился камень на локациях. Больше нет. А в чем не перестал у меня расти отношения с альвами? У меня 80%. А, нет, все, пошло дальше. А пусть не растет. Нет, нет. 81, просто она стала помедленнее идти. Слушайте, сейчас по эту плену спрошу, как вы смотрите отношения друг с другом? Прям на этот. На локацию. Да, нажми. Ты, конечно, там делают лагерь. Хрангар, спасибо большое за хост. Спасибо большое. А, Миллиган, я готов поддержать атаку сейчас, тремя. Чё они на меня напалят? Еще бы железо выцепить. Человек 5 несчастный, у нас все хорошо. На нас напали, мы сразу же отбились. Но у меня 46 с ними, но шанс есть. У меня больше 50 уже. Ну-ка, сейчас проверю. Сейчас у меня тут подлечится чуть-чуть. Смотри, 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 как у нашего. Короче, я знаю, как там победить. Я сейчас вынесу голема одного и буду копить предание. Буду побеждать предание. Давай тогда, пробуй. У меня просто один вообще очень. Да, теперь надо подлечиться. Бесплатное улучшение для защитной башни я получила. Ну, круто. А я пока пир попробую, посмотрим. Давай, отлично. Дим, я тогда заберу вот это? Забирай, забирай, да, с преданиями забирай себе. Я для воинов. Слушай, а помоги мне забрать вот внизу такую же, пожалуйста. Я должен для этого еще одного голема принести. Мне она нужна для железа, на самом деле. Либо сейчас, его, либо вот справа. Сейчас подлечится вот этот воин. Так, Вась, если что, воеводы. Угу, окей. Вот, тут тоже могила драугров. Почему опять вы несчастные? Все мне нравится, все хорошо. А, камень у вас закончился. Оу-оу-оу. Чё это такое? Это кровавая луна. Дим, у тебя сейчас, кстати, 50%. Может, пойдем сейчас тогда атаковать драугаров? Или этих? Она уже сейчас закончится. У меня коцаны и все. Хотя я могу, знаешь, что сделать? Я могу код снова отправить жителям. О, вы подружились с темными альвами, они больше не будут на вас нападать. Ништяк. Мне только не нравится то, что они все обычные такие. Да, наверное, из-за темной луны вот это красное. А вы торгуете сами? Нужно построить торговый пост. И там. Я так понял. А что вы продаете? Пошли, Миллиган. Я продаю железо. Не-не-не, наверх, на драугров. Я просто не камень, не иду, не драугров. Сейчас я к тебе отправлю воину своих. И вот так вот сделаю, подожди. Ага, спасибо, а то у меня пока воинов нет. Так, и мне надо добыть срочно камня, 8 штук.
и построить мастерскую мудреца, чтобы добывать предание. Ну вот, все. Забирай. Да? 110 сейчас у нас придет. Тут у меня люди несчастны. Все, несчастны. Я его убил. 800 убил. А ты мне можешь как-нибудь камень передать, Вась? С големом. У меня, в принципе, 6 человек. Сейчас, погоди, посмотрим, может, ты... подвергаюсь нападению, чего? Темных альвов. А, на меня сейчас альвы побегут. Ну давай, я на какой они? А я не вижу их пока. Луна закончилась. Блин, а я с ними отношения не ухудшу, если... Не, не надо их бить, да, лучше я их буду бить. И вообще, что-то они как-то... Что-то как-то и не пошли. Они, наверное, передумали, может быть, потому что я была на твоей стебле. Да, может быть. Но у меня 10% осталось, и все, я с ними тоже друг. Главное, чтобы камня хватило, у меня 4 камня осталось. Может быть, стоит, подожди, тогда я вот так сделаю сейчас. Осторожно, на нас напали. Не, напали все-таки. Нет, 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 уходите, уходите, уходите. Так, короче, у меня еще осталось 4 железа, возможно, и 75% дружбы, возможно, хватит, и у нас будет с ними тоже. У меня 76 с ними сейчас, уже 77. А, окей. Так что есть шанс, 78. Блин, вообще на грани, короче. Смотри, Дим, у тебя тут какое-то древнее кладбище. Не хочешь его попробовать забрать? Где? Вот где медведь ходит и этот... Правее? Камень, да. А что за территорию тебя отбили? Ну, а, вижу. Ну, мне нужна локация чуть пониже, чтобы железо взять. Блин, отбили между мной и тобой, короче. Так, мне сейчас еду все нормально. Короче, давай мы сейчас вот эту ты сам колонизируешь, которую отбили, а я вот ту как раз таки верхнюю с големом. Окей, давай, а я иду туда свою отбивать. О, вы подружились с альвами. Блин, как не вовремя. Вот лучше чуть-чуть подождали они. И потом нападали. А можешь мне с големом? Сейчас, секунду, только колонизацию завершу. Давай. А у тебя берсерк, да? Ну, не знаю, у меня меченосцы они называются. А, нет, меченосцы топоров. Ну что, атакуем? Давай. А если с ними перестать торговать, то все? Ну, начнет падать? Нет, нормально все, нет, они просто хорошие отношения остаются. Меня не шот. Алло, алло, меня слышно? Да. Я опять залагал. Вот, я понял, что причина ролагов, но я решу ее позже. У меня игра все еще зависла, поэтому я не знаю, что там происходит, Вася. До сих пор? Ну, вот, ну, в общем, меня вынесли, если что, мои войска, я пошел устанавливать войска, поэтому... Кто вас выносит все время, если мы не нападаем? Это да эти мы... вальвы? Я этого продолжил бить голема. Он пошел, а я сам залагал и не смог помочь ему. Надо было отводить, когда увидел, что я, типа, не иду. Я, возможно, уволю сейчас, ну, что-то искрою себе. Жопа говорит, на самом деле мы могли победить Диму, но если бы мы это сделали, то все бы закончилось, а что-то так неинтересно. Ясно. А жопа-то после этой будет еще с нами? Ясно, ясно. Не знаю, жопа будешь? Еще один залагало у него, ага. Да, типа, серьезно лагает. Знаю, ваше залагало. Эти драугры, мне надо, кстати, от них вынести. Дим, поможешь?
А то они постоянно мне пугают. Вот странно, у меня тоже рядом есть, но они что-то вообще не трогают меня. А, наверное, всё, то, что через три локации. Я тоже довожу. Мне кажется, я их сама смогу. А у меня до сих пор все не отвисло. Ну, радуйся, да, что тебе не отвисло. Да, я их смогу сама, спокойно. Че, их там 5 человек всего. Гавань используется для вербовки наемников, можно отправлять на беги на прибрежные. Так, окей. Фух, привлечь наемников. Так, я нанял наемников для того, чтобы... Добыча 50. О, давай я попробую, смотри, на локацию, которая у тебя вот сверху там с големом, видишь? Угу. Я сейчас попробую. У меня рядом с дружиной стоит. Я сейчас попробую. Смотри, смотри, корабль летит к тебе. Плывет с наемниками. Ага. На голема. Да ему кажется, я только у меня дружина то. Да просто чисто интересно было, как они сработают. По идее, если бы вот они выиграли сами. А они бы сами не выиграли, то я бы получил 50 еды. Открыта способность кровавая баня, когда ваш боец погибает на вражеской территории, дружественные бойцы в области получают плюс 5 к атаке и плюс 5 к защите на один месяц. Дим, у тебя есть еда? А я-то торгую с тобой едой. Раз. Да, я тебе... Ну, я тебе ее даю. Ты посмотри, это, наверное, из-за того, что у тебя дружины много. Да. Да, сейчас я расформирую тогда, ребят, пока. Господи, мне пока не особо нужны. Короче, что-то мне все плохо зависит. Грузит плохо. А, и мои эти там и стоят? Типа наемники так и будут там стоять? Да, они что-то здесь тусуются до сих пор. Опять они напали. Так, ну я только сформировала. Ну я тебе сейчас только одним смогу. Ой, двумя смогу помочь. Я не знаю, вам поможет это как-то? Сейчас еще двоих пошлю. Он там один. Отправляю. А, и на этой останется один, на самой локации. Так что давай бахнем их. Угу. Ты центральную локацию видишь? Вот ее бы бахнуть тоже. И забрать себе железо все. Да. Ты бы могла железо добывать и со мной просто торговать. Можно же железом торговать? Можно, можно. Вообще можно к вам торговать. Ну, прям 4 поставишь эти и все. Да я вот сейчас сразу, мне кажется, его одного. Ага. Сейчас у меня только еды пока нет. У меня еда в плюс уйдет. Ну, рисково, но окей, я вот так вот сделаю. Ага. У меня что-то прям сейчас хоть счастье нормально. А если я вот эту территорию с твоими наемниками колонизирую? Колонизирую? А я не знаю, а я ими не управляю. Ну что, как отвис? Вот здесь вот внизу я тебя тоже волков убил. Нет, игра все еще висит. А, здесь железо. А что ты не хочешь вот эту территорию с железом взять, или ты не можешь ее? Из-за того, что она за скалами. Я не могу ее колонизировать, потому что она не присоединена к моей территории напрямую. Мне пока везет, пожалуйста, большой по идее. И тебе отдам. Так, а чё вы несчастные? Вы чё? Кстати, я там еще не вылетел? Нет, пока вроде. Отправить, посмотреть на их территорию. Этот год будет холодным, кстати. Угу. Не надо.
Я до сих пор не отвез, господи. Там еще и год холодно. Все очень страшно. Блин, я бы хотела вот это вот, где у тебя кладбище, забрать. Это вот, надо вот этого гаснуть, дядя. Сейчас тогда с едой еще чуть-чуть наладится, чтобы мне дружина была нормальной. Ну я вот вдвоем смог только половину здоровья ему вынести. Который у меня медведя? Медведя? А, этому какого? Голема? Голема, да. Чуть-чуть прям в виде хлюстик будет побольше. Сейчас еще этими. Прикольно. Двух воинов получаешь, короче, они коцаются, ты их отправляешь там на производство. Обычно. А с производства снимаешь на воинов. Ну это волки, не страшно. Голема вынес. Короче, видимо, она не отвиснет. Она даже не открывается уже. Блин. Я ее просто убью. Вася против нас остался. Ну, жалко. Давай хоть так дойдем, сейчас я дружину сразу создам, хоть посмотрим, что это за кладбище. Кстати, ты-то еще не вылетел до конца, может перезапустишь и зайдешь. Такое, ну, тоже возможно. Попробуй, попробуй, да. Сейчас попробую. Да, ты просто отключен. Нам нужны... Блин, вы несчастны из-за того, что у нас домов нет? Серьезно? Я тебе железо кинул. О, ништяк, спасибо большое. Ну, воеводу бы поставить. А я думаю, в чем проблема? Чего они несчастные? А они несчастные из-за того, что домов не хватает. Они де-факто становятся несчастными, если очень долго не строишь новые дома. Ну, им, в принципе, да, вот сейчас не хватало еще ко всему прочему домов. А, ну или можно улучшить старые, тоже как вариант. Мне кажется, я тоже лучше улучшу. Хотя у меня все улучшенные дома. Ну, у меня камня нет у нас на такое улучшение. Так. Дружина моя, ты? Чуть-чуть пойдем на него, на голема. Я четверых отправляю. Давай. А сейчас что несчастно? У нас слишком много раненых, дома а, получше. Стой, я же могу... Дим, а ты можешь ворот меня пригласить? А, сейчас пауза. Нет, тут нету такой темы. Ну, тогда получилось. Вернуться в игру, настройки, сдаться. А, не, во-во-во, подключаюсь. Подключаешься? Да-да-да, нашел кнопку. Ну, хорошо. Да, понял, что они несчастны из-за того, что дома не улучшены. Миллиган, у тебя камень есть? Нет, сейчас камень ноль. Включился? Вася, гружусь. Ты что покинул? Вася, ты что вышел? Она вообще в Дискорде? Самое смешное, что я не выходил, у меня просто пауза зависла. Ну, игра пишет, что ты вылетел. Ну, что вышел. Это пишет вроде нормально. То есть просто если на Инквиститор наводишь, там игрок отключен, то наводишь все норм. А, ну да. Ну, я попробую сейчас отсоединиться. Инквизитор-то игрок... как, загрузился?
Да, я загрузился. Возобновляем. Игрок Васька отключен, мне написано. Ну, как идет? Нормально? Да, отключен. Ты можешь тоже перезайти. Перезаходи, и там будет кнопочка типа подключиться. Мы с ними пока Васька отключили. Мы же направо должны. Или драугров. Да, нет, нет, вот эти. За брев вылет у меня накопилось 30 камней. Что-то они там... Стой, зайца, какой я потом прыгаю. Он убил меня одного. Да, он дикий. Че, собирай. Не могу, у меня пока не хватает. И ты? Вот, все. Смотри, тут желтенький ходит разведчик. Тоже у нас же желтого давно нет. Угу. Ну, компьютер играет за него. Наверное. Или это Васин разведчик? Нет, Вася зеленый. Да, Вася зеленый. Так, сейчас метель будет. Ну, Вася покидает. Присоединяется. Угу. Наконец-то мы нашли тебя, инквизитор. Это, потеряйте, пожалуйста, обратно. Я думаю, что мне очень сильно нужна вот эта зона с оленями. Отдай. Я аж испугался, подумал, что это твой типа голем идет. Нет, надо вот эту с волками забирать. Прикольно. Древнее кладбище, смотри, на что написано. Отправьте мудрецов изучать эти погребения, возможно, вы обретете неожиданных союзников. Да-да-да, я поэтому сказал то, что интересно будет смотреть на этих союзников неожиданных. Васька, отобьем у них это древнее кладбище? Ага, давайте. А, Дима, ты какой клан? Ворон. Блин, у тебя наемников куча. Блять, у меня минус идет потребление 36. Мне 25. Ну, я всю дружину просто сейчас пустила. Они сейчас тоже не пойдут, мне кажется, воевать. У них сейчас тоже минус будет, по идее, большой. Да, вообще жопа полная. Это ну, в каждой мне... локации еще по овце, которая сокращает. Ага. Но у меня дерево-то куча, 1600, а вот еды вообще же. Нет, я ее все равно зарезала, когда у меня была проблема. А их можно зарезать? Да. А как? Ну ты на... вот овцу нажимаешь, и там внизу есть зарезать. Ну, спасибо. Да, кстати, спасибо. Забыл. Ну, думаю, что просторный склад сейчас. Да, точно, целых 80 лет, это полезно. И чё вот эти вот наемники стоят, чё я им делать могу? Ну, мне кажется, это если... Кто на меня напал? Вот на меня напали, драугры. И на меня. Mm. Сверху тоже. Ребятки решили. Мне кажется, если теперь на эту территорию пойдут, то и тут война... А у меня сейчас заберут эту территорию. Блин. Короче, я сейчас, Вась, накоплю... А, ты переключился тоже? Я накоплю 300 золота и построю очень-очень-очень крутую штуку, которая нам очень сильно поможет. Я думаю, что я... Нет. Чего ты? Я думала начать торговать с инквизитором, но передумала. Давай. Нет, я уже передумала. Ну, типа... Передумай обратно. Торгуй.
Эх, камня бы. Вот камни вы нет. Со мной не торговали, и я с вами не буду... А у меня камни завались. А мы, я же все только обнаружили. Да. Да, рассказывай. Дим, у тебя камня вот тут вот много. Смотри, если мы захватим твою территорию с големом, который на болотах, то чуть выше, рядом с этими, с альвами, у тебя прям 4 камня. Там медведь. Вижу. Для, блин, это еды очень много нужно, да, туда добежать. Но в целом нужно будет, считай, только голема вынести и медведя. И все. У меня и народу есть, и еды пока вроде есть тоже. Золота единственное может не хватить. Напали опять. Да, но драугры сейчас будут гасить меня с этой точки. Я здесь башню поставил специально для этого. Кстати, эта штука практически уже доизучалась. А, ну плюс у тебя сейчас вот эти защитники пойдут. Союзники. Угу. Не пойми какие. Так, ну, у меня 5 человек есть. Ай, ты ж, мореходы. Да чё ж такое-то, а? Ну, Вася, у тебя войска-то есть? План был. Вася вообще с нами? Ну, он просто это не было. Вскоре вроде как. Чё, видно? Ну, в принципе, до духов ещё долго. Дим, я атакую этого голема пока. Атакуешь голема? Угу. Давай. Можешь забирать. А забери болотку, чтобы там пока... Да-да-да, забираю. Все, забрал. Ну и следующий тоже можешь забирать с камнем. Не, у меня пока нету этого... еды. Ты можешь его колонизировать, если у тебя еды до хера, и отдать мне. Я не могу, потому что у меня не... Ну, а, не соединено. А давай я вот так сделаю. Отдашь мне болото? Да. И... Ты колонизируешь ее и отдашь мне их просто. Медленно. Сейчас через 12 месяцев, ну, возможно, следующая передача. Угу. Я пока тогда туда отправлю пару рабочих. И тебе камень продаю. Пошли попробуем камень отбить. Это где? Это выше тебя и меня около гор. Видишь, у нас здесь рядышком еще альвы. Давай. Нас защищают. Веду войска. Стой, не нападай пока, не нападай. Опа, мореходы. Угу. Назад. Переждем, потом оттопьем. Умудрец вперед всех побежал. А у тебя, Миллиган, у тебя есть лишние обычные люди? У меня 14 штук. А разведчик у тебя как сейчас там проживает? А, работает? А то у меня нет человека на разведку. Сейчас спущу. Вася, тебе все норм? Я двух сразу, наверное. Сейчас. Мне кажется, что я сейчас солюсь, у меня еды нету. Я веду юнитов к тебе. Что, я горняков поставил, сейчас Дима это начну. Угу. Давай торговать. Угу. О, торговый пост. Повезло мне, конечно,
союзником. Торговый пост построю, буду себе еду передавать. Тут вот сидят на повезло союзник. Не, ну классный союзник, чё? Дим, на олени напали. А, ну там волки. Так-то ваши союзники уже слились с разных кланов. В смысле? Я про Миллиган говорю. Ну так вы разные кланы, вы же посмотрите. Это мы одного клана, а вы... И что, что мы разного клана? Не, чувак, дружба, чувак, народа. Это просто нам так повезло, вот в чем суть. Это просто нам повезло, что мы одинаково клана. Да, это просто так совпало. А это наоборот, как раз. Долбанный рандом. Короче, я пока долутаю предание сейчас. Дима, они сейчас нас преданием победят. Я предлагаю тебе передать всю еду для моей дружины и пойти их собирать. Я предам ваше предание. Можно начать с Васьки. Заберем его, а потом заберем инквизитора. Ну ладно, ладно, кое-кому я припомню это. Крестонос, потом встретимся, кто кого поберет. Ну. У вас это будет второе припоминание уже. Так, там будет извержение вулкана опять, готовьтесь. Опять скоро будем поедем. Вася, а с едой все норм? Предание или благословение у тебя второе? Да, сейчас стало лучше. Пошла у меня? Еда. Нет. Я войска убрал пока, чтобы еда набралась. Угу. А, знаешь, в чем прикол? Из-за того, что мы одного клана, типа вепря, мы не можем друг другом голосовать. Я знаю это. 9 месяцев я тебе смотрю. А еще у меня в какой-то типа области лежит мертвая чайка от одни хп. Красивый баг. Нравится. Это у меня по счастью минус 5. Ты кипел уже достиг тысячу чего? А! Престижа. Блин, а у тебя что, маяк? А, да, у тебя же маяк. Блин, воткнуть, а то у меня что-то клан не растет. Хотя у меня людей, по-моему, на самом деле свободно. Потом всем чего хватает. А как вы воду поставите? Открываешь казарму. Откроешь казарму, там за 200 золота и 5 железа можно воеводу сделать внизу. Казарме? Угу. А, нашла. Угу. Спасибо. А зачем я подсказал? Мне бы Дима подсказал. Потому что дружные все. Человек, знающий, сразу поймет, что здесь занимается сейдом, древним колдовством, которому... Так, я вроде как сделал эту штуку внизу, и у меня вроде как есть эти... Союзники? А, вот, два призрачных воина переходят под мой контроль. О, прикольно, смотри. Два призрака. Что ты делаешь? Внизу? Да, да, там возле этого. Два призрака. Молодого. Забавно. У них... Урон 6, устойчивость 15, жизни 50. Послушай, мертвые викинги, опасные враги, одно из присутствий на ваших землях снижает уровень счастья. Не веди их только в свою землю тогда, выведи их лучше куда-нибудь. О, нет, Дима, послушай, а если нападут? Нужна же защита. Твою мать. Добываем, срочно. О, добываем. Надо сразу добывать. А, сейчас же зима, блин, я только сейчас знал, что сейчас зима. Блин, я сейчас минус по дереву. Интересно, а если они на другой локации, то они нападают? Нет, да. Они стоят на той локации, где появляются, и все. Дима, у тебя дерева много? Ну, теперь от них очень сильно... Не, да, 1500. Можешь, пожалуйста, туда. Так,
скинуть, просто убери их в другую локацию, там именно было написано присутствие их на твоих землях. А я не могу. Точнее, я могу. А, нет, могу, погоди. На пустыне. Ты можешь их к наемникам, например, тем отправить. Пока. А вот у меня здесь есть внизу, которая не колонизированная пустая лока. Минус 10 дает, несчастье. Холодная зима, блин. Кто мне ранил разведчика? Они сами ранят. Да, конечно. Сейчас там и разведу, и там твоя земля случайно. Не, они серьезно, типа, по мере исследования сами ранятся. Посмотрим. Чё началось-то? Короче, не помог нам алтарь конунгов мой. Ладно, ладно. Нет, тут твоих людей. Ну, это типа обида. Ой, у меня еда, а! У меня такие несчастные люди. И куда вся еда-то уходит? Зима, кончайся быстрее, ну. Или она уже кончилась? Закончилась, так что? Закончилась, да. Еда, наоборот, в плюс пошла. Вась, кто нападает? Так, что я хотела сделать по окончанию зимы, забыла. Драуга, если ты поможешь, я тебе спасибо. Бегу, бегу. 4 месяца, тем я смогу тебе передать зону с этим. С камнем. Я на первом отдалении, поэтому подожди немножко. Разведчик ранен. А, Миллиган, Миллиган, Миллиган. Двоих. Да блин, да отстаньте от меня. Кто-то на меня напал. Все, убил. Как не вовремя, ты сейчас на меня напал. Драугар. Угу. Он бесит, да. Их всех хрен вычистишь. Да не, я сейчас другим занята просто. Я хочу вон ту локацию отвоевать, где много этого железа. Ладно, если эту локацию заберут, в принципе, я успею дойти. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, правительство сейчас. Да-да-да, мы. Ну они, кстати, коцанные появились. А, блин, эти же появились. Угу. Значит, это же было. Да, они точно не коцанные немного есть, но не все. Блин, они сейчас локацию заберут точно одну. Ну, я сейчас помогу. Нет, вот эти, которые с рудником, это не страшно. Иду помогать. А, стоп, я же могу сделать вот так вот. Ополчение. Вася, все нормально? У меня интересная штука есть. Наверное, да. У меня типа могут обычные крестьяне становиться воинами резко. Угу. Ну, чуть не убил одного призрака. Дрон над этой областью. Над какой областью? А, блин, там еще и этот Драугар появился, и этот. Ничего. Ну, кстати, к этому гоблину, если немножко хоть подведешь, то убьем. Сейчас, у меня никого нету. Это найму. Так, чё, попробуем забрать круг камней сейчас.
меня разведчик тут погиб. Я, конечно, никого я не подозреваю. Я тебе без войск. Чё началось? Сейчас там соберётся. Тут ребятки. Всё. Идём? Тут ещё что-то двое стоят твоих. А я его так делал, как раз, чтобы пойти тоже. Блин, я не отвел воевода. Это было тупо. Воевода убили. Так, нет, наверное, дружина пока оставлю. Это что-то мне тяжко без нее резко становится. Я только расформирую, она сразу все нападает. Крысы зимой будут. Мне 50, и ты чё мне могут крысы сожрать? Яблоко? Не знаю. Так, здесь сколько? Два. Короче, я отбил круг камней. Но у меня нет еды. Блин, а я не могу мирного жителя теперь послать через эту локацию, потому что... Колонизируй пока что, а то мне очень предание нужно, у меня плюс 17 всего лишь. Придется забирать. Почему-то мне не дает его колонизировать, не знаю почему. Я сейчас еды подкоплю и колонизирую. Где йотуны? Кто-нибудь находил йотунов? Ну, может, так нет вообще на локации. Может быть такое? Может быть. Мне кажется, здесь все может быть, да. Семьсот славы откуда? На беге. А чё, на беге так много приносит? Так видно, да. А, я снес дом лесоруба, чтобы получить дерево. Но оказывается, без дома лесоруба нельзя строить все здания. Сейчас зима будет, аккуратно, там холодная. Ну сейчас, в принципе, неплохо все. У меня так чуть-чуть начинает. Так, на меня драугры напал, я тоже войско. Теперь есть воевода. Васька, ты что там открываешь? Новую боевую способность. А, болото, кстати, колонизировалось. Что-то я провафлил. У меня здесь, оказывается, был каменный голем. Блин, я его и не увидел. А у тебя горняки на камне, видишь? Они без дела стоят, камень закончился. Да, я их сейчас буду убирать оттуда. Я тебе сейчас камень поотправляю. Да. А, я тебе его отправляю. Да. А, блин, они меня не могут перейти из твоей болота. Чудило. Ладно.
какой-то. Блин, как тупо сейчас получилось. Ага, очень вовремя я подружился с темными эльфами. Да? Блин, как тупо вышло. Ты это мне говоришь? А, да я поставил не там здание, торговый пост. Почему улучшенный торговый пост, блять, рядом с водой? Хотя туда мне надо было... И дом тоже рядом с водой. Хотя туда мне надо было ставить гавань. Да, на локацию ниже я не могу это сделать. Несмотря на зиму, мне хоть счастливые люди. Крысы напали. У меня тоже счастливые, да. У меня викинги больны. Кто напал опять, господи, ну что ж. Минюс-то. А, драугеры. Ну этих можете жрать, не страшно. Крыс, самая страшная опасность. А, так у меня, как у вепря, оказывается, шаманы преданий еще лутают. Да вот встаньте вот моих ребят. Давай, быстрее проходите. Все, после этой зимы точно надо уже собирать войско. Иначе они там раскачаются, Дима, нам точно. Да, надо. Смотри, внизу локация с камнем, они забирают ее. Видишь? Угу. Тут какой-то очень странный хитбокс у всех, прям очень странный. Иногда одного юнита поймать не можешь в отделении, а иногда ловишь вообще всю карту. Еще одна и победа, нам точно одна подадим. Ну пошли. Сейчас я этих соберу. Твоих ребят. Мне чуть-чуть золотишко надо, прям чуть-чуть. Там тебе напал быть? Драугр. Драугр. А сколько нужно для победы и престижа? 2000. Давай золотишко. Звание раз. Есть звание два. Ну, только не землетрясение, пожалуйста. Вась, хлопуй. Вперед, народное ополчение. Нужны разведчики здесь. Ура! Смотри, да. Ура! Пей супостата.
Я бегу, но я очень далеко. А ты без этих, без призраков или с призраками? С призраками. Нет твоих призраков. Чё-то... Я чё-то не передумала пока бежать. Да, ну он всеми вообще пришёл. Вот она, сила-то крестьянская. Ой, сейчас вдох, то мне еды нет. Мария ведет. Угу. Блин, мне сейчас... Это так, на всякий случай. Блин, Вася, побольше войск нету, да? Куда вам побольше войск, вы чё? Ну, не одними же крестьянами отбиваться постоянно. Да, сейчас чуть-чуть золотишко. Ну, посмотрим, кому надо побольше войска. Осталось совсем чуть-чуть, 400. 400 очков и все. Вообще, а, может, ты своего не можешь только заходить? Ну, сейчас посмотрим. Эти двое чуть не хотят идти. Слушай, Вася, они сейчас победят благодаря этому престижу, надо их ломать. Я это понимаю. Победа. У тебя, Дим. Mm? У тебя 83% победа. Да, если б я 84. Не тупанул с этим говном, с торговым постом и прокачанным. Хотя, по сути... Сейчас все сделаем. Я вообще вторую гавань поставлю. Давай-ка. Блин, победа по преданиям — это вообще какой-то ультра-хардкор просто. Блин, то у меня всех охотников убил. С кем бы повоевать еще не можно. Или у тебя только двое? У меня, да, только двое. У меня даже этого пока нет. Если у меня двух железа не хватает, чтобы получить. Я тебе продаю вроде как железо, нет? Сейчас посмотрю. Да, я продаю тебе. Ты мне камень, по-моему, да. Тут продаешь. Нет, железо именно. А у меня плюсуется камень, а железа нет. Ну нет, мне по торговым путям именно железо. Тебе плюс 8 мне золото и минус 0,3 железа. Странно. Ну, наверное, просто очень медленно идет. Угу.
это землетрясение, только не те здания, которые мне нужны, пожалуйста. В принципе, я хочу попробовать, наверное, вот так вот. Почему эти не хотят? А, это ополчение. Я думаю, что они не хотят. Не-не-не-не. Нет, это ложное, ложное. Нападала, что ли? Да. Я не знаю, кто ты там в тумане сидишь, я тебя не вижу, но я тебя буду бить. О, неплохо. Когда открою туман. У меня просто максимум, по идее, был достигнут. Вот это было неплохо. Я сейчас даже не ожидал, что так потно будет. Но зато интересно. У вас тут просто стоят две армии друг напротив друга. Так, воеводу я арестовал все-таки. Что самое смешное, я там вашу армию не вижу. Все, три на воеводу. Это все Васина, что ли? Не, разные. Здесь Луса, Аби, Валанд... А, это имена их. Зима. Ну что, будем стоять и проигрывать? Или уйдем, уйдем армии и выживем? А, ребята... Я вот Дима, ой, Дима, говорю. Вася, 96%, мы сейчас сольем. Ты можешь разведать эту территорию? Потому что ей нет. У меня не хватает ресурса, а тебе сразу бы. 97. А, сейчас, так, сейчас, подожди, ускорю. Я знаю, что делать. Я думаю, что нужно вот так делать уже. Все, золото убью на это дело, и у меня сейчас будет плюс 25 заход, а не плюс 15. А, не, плюс 15, а не плюс 10. Минус по золоту, конечно. Получите. Я знаю, что делать, знаю. Все, победа, по сути. Дед! Дима, будь мужчиной, воином. Мне золота хватит, если что. Отменяй все и сражайся. Мы же викинги, Дима. Ну давай, нападай, и буду сражаться, давай. Я не могу зайти на вашу территорию. Иди. Я вижу тебя фиолетовый. Все, победа. Победили достойно. Три рынка, две гавани и пошли на эту победу. Для великих путей. У меня мудрость на втором месте и слава на втором месте была. А кто на первом? Дима. На первом по славе и по мудрости ты. Ну, хоть где-то я первый. Да, по мудрости я вообще ничего не делал. Ну да. Да, я могу уверенно сказать, что в честном бою мы бы, естественно, победили. Нет. Нет, нет, нет. Это честный был бой. И ты проиграл. И Вася проиграл, и все остальные проиграли. В честном бою. В крестоносцах мы вас уделали. Ты вообще не это как не, знаю, у нас не было зарекайся. Стабильно. У нас была стабильная торговля. Если что, мы друг другу помогали. Ну, завоевывали потихонечку. Так что вот именно, вы могли друг другу помогать, а мы не могли обмениваться ресурсами. Там были... Да, еще мне очень сильно все лагало. Вот во всеми доводолаги, ясно. А почему вы не могли друг другу помогать? Потому что мы два вепря. Но могли бы торговать с нами, я не думаю, что мы бы это... А я не мог с вами торговать почему-то. Точнее, я мог... Нас не нашел. Да, надо вот найти сначала, да. Я пытался, я не мог найти. У меня постоянно разведчики подыхали. Вот посмотри по карте, как ты пытался. У нас границы соприкасаются, пытался он. Да я говорю, у меня разведчики постоянно подыхают, и я просто не могу вас нормально найти. Что ж, это было хорошо. Я так смотрел на пике, зрителей было аж 130 с лишним.
Людям понравилось. Это круто. Чуваки, имейте в виду, что это игра с рупорами, ребятами, которые поддерживают меня на Патреоне. Если хотите также в следующем месяце, то в этом месяце надо перейти на Патреон и, собственно, выбрать тот статус, который вы хотите для поддержки. Спасибо вам большое. Спасибо, Миллиган, огромное. Было приятно играть вместе в команде. Спасибо вам, ребята. Было приятно играть против вас. Вы, в принципе, если бы мы не выиграли за счет того, чего выиграли, у вас, в принципе, хорошие шансы были. С учетом тех минусов, которые вам подбросила игра. Ну, а это я засчитаю как минус игры, на самом деле. То, что один клан не может торговать друг с другом. Это тупо. Типа, вы же две команды, два поселения. Почему нет? Надо разработчикам это как-то подправить. Фу. Еще раз не будем, потому что уже 12 часов, ребят. В принципе, хорошо поиграли. Я думаю, на этом можно будет и заканчивать. Тебе спасибо тоже за игру. Да, вам спасибо. Да, спасибо огромное за игру. Было шикарно. Надо будет еще. Во что-нибудь еще можно будет подумать. Либо в Норсгард. Норсгард круто играется. Курсадеров. Отомстим. Ну, не знаешь. Это вот прям вот Дима Рупоры 3-0 стоит пока что. Ну, ладно, 2.5, с учетом того, что Миллиган в этот раз со мной была. Чат, запомни этот момент. Я не знаю, все время говорите, что там про каскадеров, блять, крестоносцев, каскадеров, цивилизацию и прочее. И что-то как-то не туда и не сюда. Я буду приятно не удивлен, а... как бы сказать, настроен, если все-таки выиграете. Я не расстроюсь. Так что давайте определять следующую игру вместе в группе либо в Дискорде. И увидимся тогда уже на стримах либо в игре. Вот. Спасибо, Рупоры, спасибо, Жопа, Миллиган, Святой Инквизитор, Вася, Сережа, спасибо большое. Пока. Доброго пока. Вечера. Так, и, ребятки, вам тоже пока. Спасибо большое за то, что были со мной сегодня на стриме. Спасибо большое за вашу поддержку. Увидимся в новых роликах завтра. Обливион. А если не смотрели первую серию Обливион, то уже сегодня можете это сделать на канале Часовая серия. Пока, дальше круче.